Буквально таки вчера я смотрел фильм «Аватар». И там, значит, аватар – это существо с планеты, большое такое существо, и человек. Значит, человек управляет аватаром. При этом, значит, происходит следующее. Сознание человека как бы переносится в тело аватара, вот этого инопланетного существа, и начинает действовать. То есть сознание человека действует в этом аватаре, и он, значит, вот бегает, ну, то есть ведет себя разумно и так далее, и тому подобное. И там было сказано следующее, то есть вот как нам морочат голову, что якобы, вот будем говорить, геном этого аватара соответствует геному этого человека. Позвольте себе, а при чем тут геном и перенос сознания? Это все равно, что взять компьютер-железяку, любую железяку, будем говорить, которая только может воспринять эту программу, и туда перенести программу. Лишь бы программа, вернее, железо могло вот с этой программой заработать, а именно ее воспринять. Все. Никаких там особых условий, там, допустим, что будет процессор там Pentium, или процессор там еще какой-то, или еще там сколько там памяти. Нет этого, ничего не надо, чтобы какие-то особые параметры. Важно, чтобы программа была перенесена. И более того, вспоминается такой случай из книги «Из пещер и дебри Индостана», это Елена Блаватская написала, что там, значит, приводит она такой случай. Умер подросток. И отец его умер там то ли от холеры, то ли еще от чего-то. И отец его, значит, сидит на берегу реки, оплакивает этот, значит, тело сына лежит рядом. Тут подошел старый йох. Вот что-то там такое прошептал. Та-та-та-та-та-та-та-та. О! Упал. А этот юноша ожил, и через которое время он просто-напросто ушел из этой семьи, далее там заниматься своими йогическими практиками. То есть какой тут вот на практике, какой тут, будем говорить, геном, меном или еще что-то там должно соответствовать. Просто-напросто сознание переносится. И более того, всем известен случай одержания, или так называемая бесовщина. В человека вселяется другая сущность, не спрашивая, как бы сказать, разрешений и особенностей, а соответствует ли мне геном или нет. Она вселилась и начинает действовать. Это уже тысячелетняя практика. Если это для вас не аргумент, конечно, можете, я с вами спорить не буду. Нет, так нет. То есть не о каком там геноме, там, с точки зрения лечения даже заболеваний, особо и речи не может идти. И это простым примером опровергаю. А именно, человек заболел какой-то болезнью. То есть он вел определенный образ жизни. Ну, допустим, был заядлым курильщиком. И у него возникло определенное заболевание. Кто виноват в этом? Геном этого человека? Что надо его перестраивать, этот геном человека? Или же надо менять его сознание, чтобы он просто-напросто не разрушал себя? Это же касается и алкоголизма, это же касается и чревоугодия, это касается и многих других вещей, наших желаний, наших привычек, которые при чрезмерном своем присутствие в жизни человека начинает просто-напросто вызывать тот или иной сбой в организме человека. Позвольте, так что надо геном менять или еще что-то там делать? Вы понимаете, лезете, грубо говоря, туда, то, что не работает.
Работает вот сознание, которое ввергает человека в пучину заболеваний. Я уже дальше не распространяюсь о том, что пытаются делать прививки от того же курения, алкоголизма, от чрезмерного, значит, употребления пищи и ряда других. То есть прививками уже заранее спасти там человека от последствий его неправильного образа жизни. Что надо делать? Банальным образом надо в первую очередь разобраться в причинах и следствиях, которые привели к этому заболеванию. И поменять эти все причины и следствия. Причины. Тогда следствия потихонечку приведут к совершенно иным результатам. Человек станет здоровым. А если не хочет, то тогда станет больным. Это, будем говорить, настолько очевидно, настолько понятно, что вот эти вот разговоры о геноме и современных каких-то технологиях, они вообще теряют смысл, теряют свое, место. Надо не геном там менять, а надо менять сознание человека. И больше ничего. Я лично думаю так. А далее, уж будем говорить так, вот эти все дорогостоящие исследования там и так далее, разработка лекарств на основе генома и так далее, приводит к тому, что цена за лечение, а это мы тоже видим, практика, никуда не уйдешь, телевизор одно трындысить, надо человеку там, какому-то больному поменять там, допустим, костный мозг, $3 миллиона. Надо еще что-то сделать там. 1,5 миллиона и так далее, такие цифры. То есть все эти технологии, если даже они работают, будем говорить, 100%, они не каждому человеку подходят. Не может человек столько денег заплатить за лечение, которое, оказывается, не гарантировано. Отдали деньги, в результате человек, как Ронни Колуман, 11 операций, каждая операция от $200 до $300 тысяч, и в итоге человек пришел в клинику сам там что-то там спинку подправить, а уехал на коляске. Вот вам и геном, вот вам современная медицина, вот вам даже эти деньги возьмите, а результат вот такой вот. Даже тут нечего сказать.